Например, в воде Северского пруда повысилась кислотность. Связано это с тем, что одно из недавно появившихся предприятий на территории Полевского использует в своем производстве серную кислоту. Через грунтовые воды она проникает в Северский пруд. Затем вся эта вода по маршруту становится составляющей реки Чусовой, главной водоснабжающей артерии Екатеринбурга. Полевской эту воду не потребляет, но испарения над поверхностью пруда в летний период могут вызвать появление так называемых кислотных дождей. Многие садоводы замечали темные пятна на листьях растений, особенно картофельной ботве, что как раз и сидит о сгущающихся кислотных парах в атмосфере Полевского. К тому же многочисленные предприятия малой и средней руки, которые пока потребляют иногда в завышенных объемах холодную питьевую воду, а платят на самом деле не по факту потребленной воды, еще меньше беспокоятся о сбросах, поскольку за ними нет должного экологического контроля. Они не допускают на свою территорию никого, поэтому все стоки попадают в верхний пруд южной части города, а затем в Штанговский. Уже не раз рыбаки в Штанговском пруду замечали мор рыбы. Всплывшая кверху брюхо мертвой рыбы пока беспокоит только тех жителей, чьи дома находятся на берегах Штанговского пруда, когда-то любимого места отдыха полевчан. Проблема экологической безопасности населения, а значит и его здоровья, могла бы стать темой целевой программы по инициативе народных избранников. Но пока народные депутаты равнодушны к этой теме.